Закон Московской области запрещает торговлю с рук с машин и в неустановленных местах. Однако правонарушители продолжают торговать, где заблагорассудится. И за насиженное место готовы бороться всеми методами. Я понимаю, что я все это нарушаю, я все отлично это понимаю. Но скажите, пожалуйста, кто вас сюда направил? Кто? Вот такие вопросы приходится слышать муниципальным надзорным органам от нарушителей. Понятно, что эту женщину не пугают ни штрафы, ни полиция, ни судебные приставы. И действующее законодательство для нее не указ. Разрешение на торговлю получить от нее тоже не удалось. Я должна носить эти все документы. С документами. Почему? Скорее всего, эта женщина знает все ответы на свои вопросы. Однако не признает себя виновной в нарушении закона. И таких людей немало. Пригретые места дают неплохой доход. Горе-предприниматели не собираются его терять и тем более платить налоги. Приезжие торговцы, как правило, вооружены кипой документов. Но торговать на рынке не хотят все по той же причине. Они сворачиваются, но, скорее всего, просто поменяют место дислокации и будут торговать до следующей проверки. Барахолка у стен трубы тоже место пригретое. Здесь торгуют чем угодно, но среди мелочевки есть и довольно крупная рыба. Втихаря здесь тоже приторговывают те, кто не хочет платить за торговые места и уходит от налогов. Но, как говорится, жадный платит дважды. Нарушителям придется платить административный штраф, а он немалый – от 4 до 5 тысяч рублей. Елена Киселева, Даниил Белинов, Ольга Волкова, общественное телевидение «Серпухов».